Социально ответственные бизнесмены помогают не словом, а делом. В поселке Разумное Белгородского района на средства предпринимателей реставрируют памятник воинам Великой Отечественной. В планах достроить местную школу искусств. Если вокруг неравнодушные люди, то болезнь не приговор. Двухлетний Андрей Рудавин из Нового Оскола делает первые шаги на пути к выздоровлению. Пройти курс специальной реабилитации в Калуге помог фонд «Поколение». Мастерицы кисти и гончарного круга представляют. В Белгородском фонде культуры открылись сразу две выставки. Свои работы представили Лариса Зенина из Старого Оскола и Ирина Семихина из Борисовки.